очень важный закон, очень важный, который позволит в конечном итоге устанавливать правовую основу организации пенсионного обеспечения граждан. Сегодня, как мы знаем, у нас вся эта система, можно сказать, интегрирована. Назначение пенсии никак не стыкуется ни со стажем, я имею в виду наше пенсионное сегодняшнее обеспечение, ни со страховыми отчислениями, которые делает и должен делать страховой. То, чего у нас нет. Значит, очень важный документ с той точки зрения, что можно будет в случае принятия данного закона четко владеть ситуацией о количестве численности населения занятого, предполагаемом порядке выхода на пенсию по возрасту, и можно прогнозировать будет и выход на пенсию, и численность занятых трудом. Причем очень важно, что каждый, значит, застрахованный гражданин, каждый гражданин Республики Абхазии, каждый, значит, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, прибывшее сюда для того, чтобы заниматься трудовой деятельностью, обязательно должны быть застрахованы. Занимается этим органом, который называется Пенсионный фонд. На каждое, значит, лицо создается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером.